1 января 2019 года Данилу Гранину исполнилось бы 100 лет. До юбилея писатель, сценарист и общественный деятель не дожил всего год с небольшим. По случаю весомой даты 2019 год объявлен в России годом Данила Гранина. Данил Александрович преданно, подвижнически служил Отечеству, общественному благу, искренне и всем сердцем болел за Россию и ее будущее, был настоящим центром притяжения и безусловным нравственным ориентиром людей самых разных взглядов, сказал президент Российской Федерации Владимир Путин, объявляя 2019 год годом Гранина. Основная тема произведений Даниила Гранина – нравственные проблемы научно-технического творчества, раскрытые в романах «Искатели», «Иду на грозу», в повестях «Эта странная жизнь», «Зубр». Даниил Гранин много и плодотворно сотрудничал с кино. По его сценариям и при его участии с 1956 по 2011 год были сняты фильмы «Искатели», «После свадьбы», «Первый посетитель», «Иду на грозу». Даниил Гранин – один из тех писателей, который сам прошел через войну, дошел до Берлина в качестве командира роты танков. До самого конца писатель вел активную жизнь. В возрасте 95 лет он выступал в немецком Бундестаге перед депутатами и канцлером Германии с лекцией о блокаде Ленинграда и Великой Отечественной войне. Республиканский дом народного творчества и кино приглашает всех желающих принять участие в акции «Читаем Даниила Гранина», которая посвящена столетию со дня рождения великого русского советского писателя. Для участия в нашей акции вам необходимо выбрать любой отрывок из любого произведения Даниила Александровича Гранина. Затем нужно снять небольшой видеоролик, где вы прочитаете или расскажете выбранный отрывок. Далее отправьте видеоролик нам на почту до 1 декабря с пометкой «Читаем Даниила Гранина». Подробную информацию о акции, электронной почте и сайте вы можете найти в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, в группе «Республиканский дом народного творчества и кино».